Театр Пушкина готовится к грандиозной премьере. Впервые на красноярской сцене покажут пьесу Чехова «Дядя Ваня» в постановке режиссера мирового уровня лауреата «Золотой маски» Анатолия Ледуховского. Это классическое произведение предстанет перед зрителями в совершенно неожиданном авторском прочтении. На сцене будет много черного цвета, световых и звуковых эффектов. Сейчас артисты Пушки заняты в репетиционном процессе, а сама премьера состоится уже в эту субботу в 6 часов вечера. Почему так много черного? Так много черного, потому что Станиславский 100 с лишним лет назад придумал черный кабинет. И с тех пор играют в черном кабинете. И лучше никто не придумал. Именно поэтому и черное. Это рассчитано на тех, кто любит театр живой, естественный, театр, который не на катурнах. И который не имеет никакого отношения к нашему вот этому избитому слову «классический». Вот это для меня классический, вот как только слышу это слово, для меня оно ругательное.